В рамках программы переоснащения и модернизации оборудования в отделение травматологии и ортопедии ВРКБ поступил новый переносной рентгеновский аппарат. Он сделан в России и предназначен для того, чтобы производить исследования лежачих больных, тех, кто не может самостоятельно прийти в кабинет. Достоинство аппарата налицо, во-первых, малые размеры, во-вторых, небольшая лучевая нагрузка за счет того, что все это встроено в компьютерный модуль, который позволяет преобразовывать рентгеновское излучение и строить рентгеновское изображение непосредственно на мониторе. Название «С-дуга» вряд ли что скажет большинству рядовых граждан, но специалисты знают, что речь идет об оборудовании, которое используется для визуализации большинства инвазивных процедур, от относительно простых операций до точных и сложных. Всего в отделении травматологии и ортопедии поступило 3 «С-дуги». Данный аппарат представляет из себя 2 блока, сама «С-дуга», монитор, на котором мы видим в процессе оперативного вмешательства все исследования. И с помощью него мы можем контролировать точность репозиции переломов, точность установки имплантов, что, безусловно, очень помогает нам в нашей работе. Еще одна новинка – наркозно-дыхательные аппараты, которыми оснастили отделение реанимации. Всего на вооружение врачей поступило 5 единиц такого оборудования. Они также российского производства и позволяют решать медикам все необходимые задачи. Для общего наркоза, для ингаляционного наркоза, для взрослых, детских режимов все есть. Мы уже начали работать, они прекрасно нас устраивают. Каждый день у нас операционные, прям плановые и экстренные, активно работаем. Работа над обновлением медицинского оборудования в Видновской районной клинической больнице ведется постоянно, и скоро сюда поступит еще ряд новых приборов. Максим Козлов, Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.